Хочу сказать, что жители домов по улице Землячки, номер 64, 66 и 68, стали заложниками жильцов дома 47/1 по улице Космонавтов, того дома, что был разрушен в результате взрыва бытового газа в декабре 2015 года. Спустя 2 года после восстановления разрушенного дома, жильцы этого дома перекрыли шлагбаумами сквозной проезд, соединяющий наши дома с выездом на улицу Космонавтов, создав этим препятствие для проезда не только наших машин, но и машин скорой помощи. Хочу сказать, что разрешение администрации Дзержинского района на установку шлагбаумов создало опасность для 1500 человек, проживающих в этих домах. Администрация призвана благоустраивать жизнь граждан, но делать это нужно разумно, не подвергая опасности жизни других людей.